Всем привет, друзья и гости канала, мы продолжаем с вами играть Construction Simulator. И вы помните, что в прошлой части мы с вами набрали товара и нужно будет вот его сюда выгрузить. Я начал было беспокоиться немножко, так скажем, о том, как у нас тут получится с вами или нет выгрузить. Но оказывается, не все так плохо, как могло быть. Несмотря на то, что у нас земля тут валяется везде, в принципе, у нас вот этот кран довольно-таки и маневренный, и большой, длинный. Поэтому мы можем свободно выложить. Не обязательно подъезжать прям к самой точке или на нее въезжать. Вот единственное, что чуток подольше у нас с вами получается. Ну и, как вы помните, у нас есть еще два объекта, над которыми работают у нас демоны. Это офис, где заливка бетонных свай, которая у нас с вами, к сожалению, почему-то не получилась. Вот мы заливали вроде бы как туда, куда надо, но оно не лилось, и я решил, что демон у нас справится значительно лучше, что он и доказывает. Ну и плюс у нас с вами есть большой дом. Над домом так вообще трудится полностью демон. Ну и поэтому-то я этим и занимаюсь вот сейчас, да, таким вот делом, так скажем, малоприбыльным, потому что, как известно, за доставку много не платят. Ну, потому что третьего рабочего у нас с вами, к сожалению, пока что нет. Чтобы его нанять, нужен 18 уровень. А у нас еще полуровня. Нужно где-то опыта нам с вами найти. Так, ну я думаю, что мы это сделаем. Не сейчас, так чуток попозже. Вот это вот выгружаем. Купите стена на заводе стеновых блоков. Склад с офисом. В принципе, можно попробовать со стенами повозиться. Да, вы помните, там особо там трудного такого не было ничего. Единственное, что кран нужен и низкорамный тягач. А здесь у нас тогда будет демон работать. Сейчас посмотрим, какой там следующий этап у нас. И позанимаемся, может быть, даже стенами. Так скажем, отвлечемся от заливок и от копаний. Да, ну и пора уже как-то разнообразить процесс. Вот, вы также помните, что мы в прошлой части сделали школу, сделали стадион при школе. И вроде бы как там еще что-то было. Вот какой-то намекал нам Копалыч, что что-то еще есть. Но что именно, он не сказал. Какой-то тоже вот такой вот объект пришкольный. Расчистите стройплощадку. Так, и тут у нас заливка. Ну, хорошо. Заливка — это хорошо. Единственное, что вот этот прораб мне не нравится. Там, где он работает, там не очень интересно, потому что он требует полностью выполнения, практически вот 100% выполнения работы. Ту, которую ты взялся делать. Если заливать, так буквально вот 90% залить нужно. Если копать, так копать 100%. Какой-то жесткий такой мужик. Да он и выглядит вот так, со стороны вроде бы как такой, да? Так. Ну что, будем заливать или поедем? Давайте, наверное, съездим все-таки за стеновыми блоками. Заливку мы оставим на потом, на сладкое. Так, где у нас низкорамный тягач? Вот он стоит. Отправляемся мы на завод стеновых блоков. Окей. Загружаем их и едем на стройку. На офис. Склад с офисом, да, все верно. Арендованные прицепы, давайте мы арендуем. Берем стены. Вы действительно хотите? Да, я действительно хочу. Я же приехал сюда для того, чтобы их действительно купить, а не на тебя смотреть. Тут такой невидимый буквально край.
Видите, да, тут можно легко слететь. И уже было такое у меня. Малоинтересное занятие. Так, погнали. Вот они все погружены, 8 на 1. Не придется по нескольку раз сюда ездить. Что точнее нужно, да? Да ладно. Так, есть. Закрываем. Опоры должны быть спрятаны. Вот с опорами тут, конечно же, перемудрили. Разработчики это 100% перемудрили. Опоры могли бы как-то и автоматом убираться. Это совершенно такое, знаете, действие абсолютно бесполезное, так скажем. Вот в том же самом Евротрек-симуляторе опоры не нужно поднимать. А тот же самый, да, вот считай, грузовик, те же фуры, прицепы. Вот, но без опор как-то там обошлись. А здесь, так, ладно, смотрим. Нам нужно на офис. А офис у нас находится вот здесь, в промзоне. Верно же, да. Верно, погнали. Сегодня у нас, пожалуй, будет такая развлекательная. Совсем уж. Особо нигде мы не будем так работать, да? Там немножко побросали, здесь немножко краном поработали. Никаких копаний, никаких особых таких заливок занудных. Ну, может, чуток там. Как же без этого, да? Чуток, может быть, и сделаем что-то. Так, проезжаем на красный. В наглую. Некогда мне бабушкам тут дорогу уступать. Они там едут за колбаской или зачем там они едут на рынок. А мне работать надо. Поэтому, сори. Тут бабки стали так, чтобы не проехал, да? Я все равно приеду. Так, ну и хотя бы, конечно же, хотя бы один нам объект с вами закончить. Да что вы в самом деле, бабки? Хотя бы один объект закончить, чтобы посмотреть, какие у нас будут спецзадания дальше. Вот это вот интересно будет. Так, вот оно, да? Все наше. Окей. Приехали. И сюда нам также нужен с вами кран. Фронтальный погрузчик, автокран. Настрой площадку номер... Второе. Большой таунхаус. Купить арматура поставщика материалов. Это у нас спокойно займется Димон, опять же, как всегда. Давайте мы ему зададим, пока мы будем здесь возиться. Большой таунхаус Димон у нас сделает. Я не уверен, что у нас хватит длины
аж туда вон. Поэтому давайте так как-то чуток поближе станем. Ко второй стене может и не хватить. Так, окей, хорошо. В принципе, мы можем как вот сюда вот, да, где-то. Я же думаю, что ругаться не будут, если мы внутрь с вами выложим. Единственное, что забежать туда нужно будет потом открыть, да, чтобы можно было брать каждую по отдельности. А забежать нам могут и не дать. Судя по тому, как вы помните, да, когда заканчивается объект, то посмотреть нам особо там не дают его. Нефиг, короче говоря, там ходить. Сделал объект, все, гуляй. Так, есть контакт, погнали. Забираем автомобиль отсюда. Об лопату остановился грузовик. Врезался в лопату и все, дальше ни в какую. Перегородили, ну и ладно. Этап завершен. Залейте бетон в форму на строительной площадке. Так, ну хорошо, этим я буду заниматься за кадром. Все-таки с опытом. С опытом нам нужно с вами поторопиться. Так, и можно ли забежать внутрь? Ну-ка, посмотрим. Да, вполне. Вполне мы можем с вами забежать. Это хорошо. Погнали. Окей, хорошо. Ну, по крайней мере, здесь особо не приходится, как вы видите, да, находить, куда ее ставить. Хотя бы так приблизительно там притулил ее. Так, где у нас там следующее рисуется? Тут, вы видите, последовательность определенная нужна, да, для того, чтобы установить. Нельзя вот просто так подряд. Поворачиваем, поворачиваем. Опускаем. Есть контакт. Как-то мне казалось, что быстрее у нас с вами как-то это дело шло в прошлый раз. Но оно, тут, наверное, все такие дела. Вот первый раз, когда делаешь, оно, знаете, еще особо не освоился. Как-то оно быстро кажется, потом уже как-то медленно. Думаешь, да ладно, было быстрее в прошлый раз. Нет, на самом деле так оно и было. Просто то, что в новинку было, потому-то и казалось, что быстрее. Так, есть. Ну и последнее.
Последняя здесь у нас. Хорошо. Погнали, изнутри будем доставать. Изнутри тут у нас сразу же, да, начнется. Начнутся проблемы из-за вот этих вот балок, которые нам будут мешать. Так, ну ладно, попробуем. Мы же можем с вами поднять повыше, а здесь опустить сам кран. Сам крюк, вернее. Оп, есть. Так, чуток сюда, чуток туда, и отправляемся на нашу следующую стройку. Я так вижу, что, к сожалению, мы сегодня с вами не успеем выполнить хотя бы одну стройку, чтобы получить спецзаказ. Так, хорошо. Вон куда нужно было поставить его, да? Ближе к стене. Тогда бы меньше у нас вот таких вот было. Туда-сюда, вожений. Так, ну ладно, уже тут осталось чуток. Есть. Ну и последнее. Последнее сейчас, но не последнее, я так подозреваю, вообще. Потому что еще будем заниматься. Вот единственное, что когда у нас третий рабочий появится. Вот я никогда не ждал вроде бы так третьего рабочего, как сейчас. Чтобы вот такие вот моменты просто пропускать с помощью этого работника. Так, а где у нас стена? Вот она. Отлично. Расчистить автокран. Убрать. Убираем его отсюда. Получаем счет. Склад с офисом. А, так мы выполнили. Как так? Как-то так быстро, да? Отлично. Это просто отлично. Это мне нравится. Значит, мы можем спецзаказ с вами посмотреть какой-то. Ага, нету его. К сожалению, спецзаказов нет пока что. Может, появится. Может, Копалыч нароет. Он там быстро нарывает их. Так, давайте тогда взглянем, что у нас тут из имеющегося. Дуплекс. Залейте бетон. Так, и таунхаус. Залейте бетон. Что один, что второй. Но на дуплексе я не хочу. Давайте мы будем работать на таунхаусе. Чуток позаливаем бетона. На дуплексе пускай работает с этим прорабом. Пускай работает Димон. Так, а мы с вами перемещаемся в бетононасос. Вот он офис, смотрите, да, такой получился. Занятный. Так, и на вторую, да, у нас первая или вторая. Вторая.
Вот, верное было решение. Тут заливать немного. И интересно заливать, потому как такая конфигурация здесь. Плотная застройка. Так, становимся. Есть контакт. Давай, 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 давай. Что ж ты так медленно тут? Тут, понимаешь, работать нужно как можно быстрее. Я же плачу не за то, чтобы в носу ковыряться, чтобы работать. Это если бы у нас тут Димон был, да? Так я сам себя подбадриваю. Да что оно такое все медленное тут? Так, хорошо. Блин, как плющит, смотрите. В этом месте, да? Хорошо, где тут у нас бетоносмеситель? 55% вполне хватит для нашей стройплощадки. Еще и лишнее останется. Так, правильно. Правильной стороной мы с вами ехали. Льем, льем. Отлично. Необходимо убрать оборудование. Да не то я хотел. Что нам надо. Здесь у нас, как известно, Копалыч, да, вот он, по идее, не будет нас слишком сильно напрягать с заливкой. Я думаю, что процентов 50 мы тут с вами сделаем. Да, уже вот, да, сделали 50%. И он скоро должен свистнуть. И как раз потом посмотрим, что же у нас там, может быть, появился спецзаказ. Какой-нибудь интересный. Я уже согласен даже на какой-нибудь бассейн при школе. Чтобы немножко разнообразить работы, те, которые мы с вами ведем. Так, ладно. Чуток. Чуток еще осталось. Мне кажется, что Копалыч взял плохой такой вот пример. Давайте мы как-то будем обзывать нашего прораба, этого строгого, да? Кузьмичом его, что ли, назовем. По бородке, по его. Так вот, он взял какой-то нехороший пример с него.
Так. Что-то не то нажал. Заставляет делать все подчистую буквально. В последнее время тоже. Благо, что тут немного-то делать. Так, ну, еще немножко и все. И смотрим. Мне уже самому надоело даже. Вот, к сожалению, да. Но действительно, немножко такие вот однообразные у нас с вами работы. Есть, все, погнали отсюда. Расчистить стройплощадку. Отвезите на объект. Так, это тоже мы сейчас с вами перемещаем отсюда. База, город. Все, да, смотрим. 2800 этап завершен. Давайте мы посмотрим, что у нас. Особых заказов, к сожалению, пока что не появилось. Но у нас есть особняк с прудом. Например, современная вилла. Современный коттедж с панорамными окнами. Понятно. Вот, ну давайте мы вот особняк с прудом, мне нравится. Копание в обозначенном месте, принять. Это так немножко разнообразит все же процесс. Вот, и посмотрим, что у нас тут по заказам. Это мы оставляем. Большой таунхаус. Димон работает. И дуплекс мы заливаем. Здесь Димон. И особняк мы будем копать. Ну, в общем, есть чем заняться в следующей части. Будем делать особняк. В основном мы будем с вами делать его, кроме доставок, как всегда. Ну, а все остальное тоже продолжим. И вы видите, что у нас буквально чуток осталось. Ну как чуток? Треть, да? Вот треть осталась уровня. У нас будет 18, и мы сможем нанимать еще одного работника. Ну что же, друзья, я буду на этом с вами прощаться. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. И пока.